Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, я его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня хотелось бы озвучить симптомы, признаки, которые будут говорить о том, что у вас наступил диабет или есть состояние преддиабета. И первым таким признаком будет размер талии. Для женщин размер талии в норме должен быть не больше 87 сантиметров, для мужчин не больше 100 сантиметров. Если у вас размер талии превышает данные значения, то наверняка уже у вас формируется потихонечку инсулинорезистентность, и вам нужно срочно предпринимать действия для устранения этого состояния. Также очень важным симптомом преддиабета является быстрый набор веса. То есть, допустим, вы пришли в зал, покачались, позанимались, побегали, попрыгали, вес стал уходить. Только вы прекращаете заниматься в зале, чуть-чуть поели даже там мучного чего-то, да, не обязательно, что это там сахар какой-то вот прям в чистом виде или торт, вот макароны поели, да, и тут же пошел обратно у вас набор веса. То есть это очень важный признак инсулинорезистентности, на который следует обратить внимание. Очень часто, когда люди начинают заниматься, немножечко даже худеют, они замечают, что отек в теле у них остается, отек на лице, отек в ногах. То есть все это может служить также симптомами проявления преддиабета. Но также к симптомам диабета относят заболевания сердечно-сосудистой системы, но это, как правило, происходит уже на более поздних стадиях, когда уже люди обращаются к врачу, замечают неладное. Ну и, в общем, как минимум, у них уже есть диагноз второй диабет. А вот если у вас сонливость, усталость, пониженная либидо, это может быть как раз скрытым симптомом диабета, и вы будете думать, что вы просто переутомились на работе, или день какой-то сегодня не тот, не сдался. Но на самом деле стоит провериться, обратиться к врачу и, соответственно, получить информацию, есть ли у вас преддиабет. Появление темных пятен в местах сгибов ваших конечностей, шеи, также может служить симптомом диабета. Конечно же, постоянная жажда, которая ничем не спровоцирована, является тоже очень важным симптомом преддиабета. Также следует обратить внимание на кожу. Если у вас часто проблемы с кожей, пониженный тургор, то есть ее упругость, и, соответственно, проявляются часто морщины, отеки, это все может быть сигналами к тому, что у вас наступает инсулинорезистентность. И чувствуете, как много всего, да, я вот сейчас называю, и ко мне на приеме пациентки приходят, ко мне приходят люди, приходили, да, пока не было карантина, в зал. И, соответственно, многие люди, все практически, да, женщины особенно, они часть этих симптомов называют. И они хотят только при помощи фитнеса, только при помощи физической нагрузки избавиться от этих симптомов. Но, дорогие друзья, так не получится. Нужно корректировать в первую очередь ваше питание, заниматься исследованиями, сдавать анализы. И тогда мы сможем комплексно решить все ваши проблемы, продлить вашу жизнь и, самое главное, улучшить ваш уровень жизни. С вами был Medical Fitness, Кравцев Сергей. Спасибо, что подписались на канал, а я жду вас на своих консультациях.